Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем интересную самоделушку, а вернее приспособление. Делать будем из фанеры. Ну а что из этого получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра! Thank you.
Друзья, как мы видим, у нас получилась простенькая каретка для циркулярки. Некоторые скажут, есть торцовка. Да, торцовка есть, но вот такие мелкие детали нарезать, я думаю, лучше все-таки на данной каретке. Плюсом также служит то, что здесь есть вот такие направляющие. То есть мы задали один размер, затянули и все, нарезаем в один размер. Также можно использовать вот такую фрезу. Продается на Алиэкспрессе, стоит довольно-таки недорого, можно ей нарезать Т-трек. То есть мы проходим фрезером, и у нас готов Т-трек. У меня был готовый, поэтому я его и прикрутил. Что хотелось бы еще сказать. При помощи данной каретки можно делать различные соединения. К примеру, такой я вам показывал. То есть соединяется все очень туго, вот таким вот способом. А сделали, нарезали при помощи вот такой приспособы. Тоже на канале есть видео про ее изготовление. Также на данной каретке можно делать ящичное соединение шип-пас. В дальнейшем, если кому-то будет интересно, я могу показать, как делать на данной каретке такое соединение. Ну, на этом будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!